Пьяная драка, квартирная кража, шумные соседи или подозрительные лица в подъезде. С абсолютно любой проблемой люди приходят сюда, в участковый пункт полиции, сотрудники которого круглосуточно трудятся во имя сохранения порядка и спокойствия граждан. Вот уже 7 лет Сергей Корешков ежегодно проводит рабочее время на своем участке, расположившемся от круиза до глобуса. Чаще всего его встречают как хорошего друга. Я им разъясняю, ну не говорю конкретно по адресам, я говорю, вот в этом доме была квартирная кража, вот в этом доме квартирная кража, вот здесь преступление, мошенничество, здесь мошенничество. И они уже ориентируются. Вот и когда участковый идет к участку, ему просто говоришь, с гражданами беседуешь, и они уже в следующий раз, то есть я сам чувствую уверенность в том, что они не пустят людей каких-то. Да. Привычные адреса, наиболее проблемные, посещаемы первым делом. В таких домах у Сергея давно есть друзья, люди, которые доверяют ему и которым доверяет он сам. Мой внештатный сотрудник. Все, что происходит в районе, то есть во дворе самое оптимальное. У нас что? Общаются бабушки между собой, старший подъезд, СЖ. Если не общаться с гражданами, во дворе, как дома, соответственно, школа ничего знать не будет. А кто участковому просто так скажет про что-то? Может сказать только доверенное лицо, которому он доверяет. Вот я для Жени, например, мы... В советское время я был командир дружины, у меня было 12 человек. Заслужить доверие – главное, что необходимо для эффективной работы, считает Сергей. Именно постоянное общение с людьми, доверительные разговоры позволяют выявить проблемные моменты, потенциальные опасности и иногда предотвратить беду. Наша задача как участкового – это общение и профилактика. А уже потом идет раскрытие, когда уже преступление совершено, то есть дальше уже с помощью общения с гражданами. Благодаря такой методике работы, постоянному общению и налаживанию отношений, в практике старшего участкового по этому участку встречаются самые разнообразные вопросы, которые ему приходится решать. Муж ушел из семьи, женился в новую семью, да, то есть, и потом решил вернуться, предположим, обратно, да, там, как он. И между настоящей женой и бывшей женой, ввиду того, что там дети, начинает конфликтная ситуация. То есть, и получается, приходится как, чтобы не допустить конфликтной ситуации и не, чтобы она потом не вылилась в что-то более серьезное, чтобы там, на что может пойти ревнивая женщина? На все. Пришлось вызвать одну, вторую сторону, вызвать этого мужчину и сказать, например, давай на нейтральной территории, и ты определись. Я, конечно, не буду вас учить, это ваша семья, но это может потом прийти к тому, что ты либо придет это к тяжкому преступлению, либо еще к чему-то, либо причинению вреда здоровью. А вот собственная семья давно смирилась с тем, что Сергей может проводить на работе целые дни и по необходимости выезжать на службу ночью и в выходные. Между тем, сам Сергей своей профессией одержим. Здесь он знает каждый уголок, каждую проблемную квартиру и целью считает предотвратить как можно больше несчастий.